Столица республики готовится к 550-летию со дня своего основания. В перечне объектов, подлежащих реконструкции и обновлению, Московская набережная. Напомним, что она проходит от центрального пляжа до района Заовражное. Главная проблема, которую видят специалисты, это берегоукрепительные и противооползневые работы, которые нужно срочно проводить по улице Ново-Илларионовская и Сельская. Об этом говорили на градостроительном совете. Как изменится вид правого берега Волги, узнали наши корреспонденты. Плотная застройка, отсутствие системы отведения сточных, дождевых и талых вод, высушивание земли – все это приводит к трещинам и эрозиям. Отсюда враги и оползни. Ситуация в новом селе действительно критична. Грунт размывается рядом с домами. В начале 80-х на этом месте сошел оползень, который продолжает двигаться. В течение десятилетий осадки и подводные воды только увеличивали эрозию. Если не принять меры, через некоторое время близлежащие постройки сползут на берег. Основная масса работы – это здесь земельные работы. Да, то есть это уположение склона, задание рельефа такого, которое обеспечивает устойчивость. То есть, грубо говоря, простым языком это срезка верхней части склона и пригруз в нижней части. Также будут организованы работы по устройству микротоннелированию, по отводу поверхностных и подземных вод. По проекту от привычного ландшафта, крутого склона, неухоженного леса, неудобного и даже опасного спуска к набережной не останется и следа. Проект глубоко проработан, по нашему мнению. Мы надеемся, что все-таки экспертиза, сейчас он проходит экспертизу, при подтверждении финансирования работы будут осуществлены. Причем они предусматривают не только, как вы видите, не только просто остановку движения оползня, но и благоустройство. Видите, это и сходы, и пешеходные связи. Ну, все продумано, и надеемся, что все-таки мы все это выполним. На сегодняшний день пока не решен вопрос финансирования. На выполнение всех работ потребуется около 3 миллиардов рублей. Вероятно, придется объединять усилия по привлечению части средств из федерального бюджета, искать резервы в местной казне. Полностью преобразить набережную планируют к 550-летию Чебоксар. Екатерина Куприна, Татьяна Раевская, Олег Якимов, Сергей Рябчиков, Республика.